Привет, комрады! Надеюсь, вы мне рады. Как вам, наверное, уже известно, пластик белеет в местах перегиба из-за того, что вытягиваются его макромолекулы. А также вы, наверное, уже видели в моих роликах, что этот эффект обратимый, и под действием тепла все можно вернуть взад. И вот вам реальный пример, как это свойство теплового восстановления макромолекул можно применить на практике. Мой чемодан, с которым я ездил на дачу, немного повредили местные грузчики. Вот видите, какие заломы. Красивый чемодан получил белые боевые шрамы. Как их убрать? И тут нам на помощь придет строительный фен. Легким движением руки превращаются пятна в новенький пластик. Только нагревайте осторожно, чтобы не сделать в чемодане дополнительное окошко. А мы продолжаем. Очередная подборка всяких полезностей и ништячков в сегодняшнем выпуске. Погнали! Для следующего совета нам нужно будет обрести внутреннюю чистоту. Или хотя бы внешнюю. Один верблюд шел, второй верблюд шел, целый караван. Готово. Так, осталось только вытереться полотенцем. Да, бывает в жизни огорчение. Если с вами такое происходило, а может и не раз, воспользуйтесь следующим советом. Нанесите под пятку штанги немного силикона и разожмите штангу в проеме. Когда силикон застынет, штанга будет держаться как влитая. А что касается недоступного полотенца, и тут есть выход. Вторая штанга. Согласитесь, ход необычный, но безумно удобный. Кстати, очень популярен такой прием на Западе. Чем мы только уже не закручивали качельные саморезы в своих роликах. Шестигранными ключами и самодельными приспособами, которые разбежались потом по всему интернету. И сегодня еще два способа в копилку ваших умений. Простейший вариант с обычным ключом. Отличный способ. Можно завинчивать как саморезы с кольцом, так и крючки. Но есть такие качельные саморезы, где кольцо замкнуто, и тут обычный ключ уже не подойдет. И тогда в дело вступает новый способ. Будем использовать гаечный ключ-трещотку со съемными головками. Достаточно только подобрать головку нужного диаметра и готово. Затягивай сколько душе угодно. Но способ ключом мне все-таки нравится больше. Следующий совет я нашел на сайте американских столяров. И он, конечно, очень своеобразный. В чем его суть? Допустим, вам требуется склеить две деревяшки. Вы наносите клей и сжимаете заготовки. Гладкие деревяшки и так довольно скользкая вещь. А когда между ними еще и слой клея, они начинают разъезжаться в разные стороны. Тем более, если их не две, а несколько штук. Выручит нас в этой ситуации несколько кристалликов поваренной соли, которые действуют как абразив и препятствуют скольжению. Деревяшки просто невозможно сдвинуть. Поэтому просто присаливаем поверхность после нанесения клея и готово. Хоть пару брусков, хоть пакет деревянных заготовок. Все будет держаться неподвижно и никуда не сдвинется. У скептиков может закраться вопрос о реакции поливинилацетата, основы клея ПВА, и поваренной соли. Но я больше чем уверен, что несколько кристаллов соли никак не повлияют на качество клеевого шва. Еще один совет в копилку вашего мастерства. Едем дальше. Следующий стройхак у нас касается старой рулетки, которая служила верой и правдой, но истратила весь свой рабочий запас. Выбрасывать жалко, да и не нужно, сделаем из нее полезную вещь. Вытягиваем ленту и прижимаем барабан прищепкой, чтобы он не свернулся обратно. Далее нам потребуется крепкая капроновая нитка. Закрепляем ее с помощью маленького колечка. И наматываем еще пару витков изоленты для блокировки стального корешка ленты. Далее просто наматываем шнурок на барабан. Готово. Собираем рулетку обратно. Теперь осталось только привязать карандашик. И у нас получается суперудобная вещь для мастерового человека. Карандаш, который никуда не пропадет и всегда остается на одном месте. И не за ухом. Сделайте такую приспособу, и в карандашной дуэли вам не будет равных.
А вот еще один совет чисто от меня. Во многих современных пылесосах стоит HEPA-фильтр, или как его по-простому называют, HEPA-фильтр. Он предохраняет двигатель и наши легкие от мельчайших частиц пыли. Чтобы продлить срок его службы, я по аналогии с респиратором ставлю на него такой себе своеобразный предфильтр из обычной влажной салфетки. И как видите, он прекрасно работает. Забирает на себя часть пыли и продлевает срок жизни дорогому HEPA-фильтру. Пользуйтесь на здоровье! Далее у нас идет поломанная струбцина. Давайте вернем ее к работе. И для этого нам понадобится только вот такая гаечка. Делаем промеры, вроде все должно подойти. Теперь нужно доработать вот эту железячку. Для этого берем вот такой диск по дереву. Шучу, конечно. Вот такой, зачастую по металлу. Теперь набиваем гаечку. Готово. Осталось ее приварить или припаять. Так что, приварим или припаяем? Пожалуйста, сделайте свой выбор. Вы выбрали припаять. Честно говоря, может, сварка и прочнее, но мне хотелось попробовать пайку, потому что припой протечет во все уголки и намертво прихватит две детали, а сварка ее прихватит только по краям. Готово. Теперь испытание. Закручиваю, насколько хватает сил. ДСП продавливается, но гайка не срывается. Значит, все отлично держится, и струбцина теперь стала намного мощнее, чем с обычной ручкой. Трубка, ручка и бутылка – основа нашей следующей самоделки. От ручки нам понадобится только ее корпус, и, конечно, нам нужно знать ее диаметр. Была одна ручка, стало две. Примеряем. Как-то так. Для лучшей адгезии термоклея удалим все загрязнения этиловым спиртом. Далее наносим термоклей, который и загерметизирует все отверстия. Теперь нужно подождать, пока он застынет. Осталось присоединить трубку и прикрутить крышку. Вот такая у нас вышла херобора, и штука эта жутко полезная. Итак, у нас имеется раствор гидробитагидрида. Как его из этой или другой большой емкости, например, из той же бочки, перелить в маленькую бутылочку. Ну, вы поняли смысл. В общем, одну трубку кидаем в баллон, или бочку, или бак. Другую трубку закрываем и, используя бутылку как грушу, даем жидкости первый импульс, в результате чего она льется в первую бутылку, а из нее самотеком во вторую. Вот такая у нас вышла приспособа для перелива жидкостей. Кстати, термоклей при грамотном использовании держится просто отлично. Многие, наверное, скажут, я все это могу сделать ртом, как всегда. Но кто привык ртом, пусть сделает ртом. Всем, кто хочет обрести внутренний покой и умиротворение в своей душе, а может просто хочет что-то поменять в своей жизни и прикоснуться к истокам аутентичности, приглашаю на канал моего друга Ильи Калашникова в его волшебный мир керамики. Работа с глиной от нуля и до бесконечности. Постигайте секреты волшебного материала. А на сегодня все, друзья. Надеюсь, это был полезный для вас ролик. Да, и не советую гуглить, что такое гидробитагидрид. Всем удачи и всем добра. Пока. Не болейте.